Всем привет, с вами Карабаш74, и сегодня мы посмотрим на очередное обновление игры Spin Tyres от 1 декабря 2014 года. Итак, я вот специально с работы приехал, чтобы сделать обзор на это обновление, потому что, ну, в личку уже пишут, обижаются. Извините, я работаю 2 через 2. Сегодня я на сутках, так что завтра только все ролики будут. Сейчас сделаю обновление, выложу обязательно и поеду обратно на работу. Итак, приступим. Что же нам, собственно... Так, давайте загрузимся. Ну, я не знаю, на равнинах вот. Так. Давайте на равнинах. Играем без всяких модов, без всего, то есть быстренько посмотрим на обнову и, собственно, на этом остановимся. Так, список исправлений и изменений. Теперь в мультиплеере можно перемотать время. Улучшена вода и деревья. Так, секунду. Улучшена вода и деревья. По-моему, про улучшение воды и деревьев я уже говорил. Они опять написали, что они что-то там улучшили. Поехали уже. Все машины теперь на ручнике, кстати, стоят. Не знаю, с чем это связано, но все машины на ручнике стояли. Улучшена вода и деревья. А что улучшили? Если честно, я не вижу... Вот по первому взгляду не видно, что что-то улучшено. Так. А, ну вот, да. То есть, эта ботва, вот она так и никуда не убралась, собственно. Все так и есть. То есть, и вот здесь еще, если подальше отъехать назад. Вот она, эта полоска идет. Да, короче, они улучшили, и теперь сплошь и рядом одни полигоны. Так, улучшены звуки двигателя. Секунду. Ну-ка. Что улучшили? Кто-нибудь какую-нибудь разницу замечает? Кстати, могу заметить, что, по-моему, дыма стало меньше. Раньше чада было вообще караул. Теперь, по-моему, дыма стало меньше. Ну ладно, не в этом дело. То есть я не вижу разницы в этих деревьях и в воде. То есть как вот эти все полигоны были. То есть что уж там. Ну, мы чуть-чуть сейчас прокатимся. Так, итак, давайте я прочитаю. Теперь при перемотке времени топливо не тратится. Отлично, нам как раз надо перемотать время, чтобы было хорошо видно. Так, мотаем на утро. Пол восьмого. Да, действительно, топливо так и осталось. Наверное. Давайте еще перемотаем. Так, 197. 197 еще перемотаем. Да, все то же самое осталось. То есть это хорошо. Но я не думаю, что это какая-то большая проблема была сделать, чтобы топливо не тратилось. То есть он просто лишнее удалил, чтобы не отсчитывало топливо у нас. Правильное отображение игроков, которые не состоят в друзьях в Стиме. Блин, я не могу этого проверить. Исправлено стояночный тормоз. А почему? А что с ним было не так? А что было, собственно, не так? Нет, ребят, если кто-то знает, в чем проблема была стояночного тормоза, то напишите мне в личку, что ли, или на стене напишите, что вы в курсе были каких-то проблем со стояночным тормозом. Вот. То есть я никогда не замечал. Единственное теперь стало то, что все машины стоят на ручнике возле гаража, стоят на ручнике. Возможно, это они поменяли.
Так, улучшенная оптимизация производительности. Ну, я, в принципе, больно не замечал. То есть, это когда с модами были какие-то проблемы, то они жутко лагали. Сейчас я не вижу никаких проблем. Да я и раньше, собственно, не больно-то замечал. Добавлены карты декали для больших камней и скал. Большие камни. Так, это маленькие камни. Где большие камни? Вон там есть камни. Поехали. Назад. А, воду. Воду посмотреть же хотели. Сейчас, секундочку. Включу музыку. Так. Ну вот, и вот здесь видно. То есть, щели везде в воде теперь стали. Для больших камней и скал. Блин, вот хоть убейте, знаете, не помню, где тут большие скалы. Какие-то камни большие. Ну, я думаю, что мы сейчас найдем. Я так понимаю, что получили картинку, нарисовали покрасивее для них. Эти гребаные ветки. Так, так, так. Блин, ну не вижу вообще. Вау, вау, вау. Вот сейчас мы врезались. Урона, кстати, не так много получили. Может быть, мне просто повезло, скорее всего. Так, а чё мы быстрее-то не умеем ездить что-то? Так, ой-ой-ой-ой-ой, нет, я рановато это сказал. Нет, мы также и получаем очень много урона. Больших камней искал. Это, видимо, надо на вулкане, ребят, искать. Я не вижу никаких больших камней искал. Еще вдобавок у меня точило сломалось. Так, давайте попробуем в мультиплеере. Там теперь в мультиплеере можно перемотать время. Давайте попробуем. Так, главное меню. Игра сетевая. Давайте присоединимся к кому-нибудь. Вот вулкан есть. У нас не соответствует версия. Так, здесь не можем. Широкая река, не можем. Все сидят на старой. Создать комнату. Я один сыграю тогда. Так. На вулкане. Начать игру. Так. Перематываем время. Что уж они тут с деревьями сделали? Я не вижу никаких отличий. Так. Перематываем время. Да что ты, дрянь паршивая. Не понял. Я вообще не могу его теперь перемотать. Я в режиме аркада нахожусь. Время я не могу мотать. Вот я за время пытаюсь зацепиться, оно никак не зацепляется. Замечательно, они теперь еще и время сломали. Оно теперь не перематывается вообще никак. Сервер игры и я. То есть я могу перематывать время. Может быть, потому что один играю. Не знаю, с чем это связано. Так. 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 Shift-Tab. В игре не связаны со Steam. Блин. Нету сейчас вообще никого. Давайте попробуем позвать, пригласить друга. Отправлено предложение. Сейчас подождем, может быть, он зайдет. Нет, я думаю, что не получится. Ребят, я не могу время перемотать. Возможно, нужны еще игроки. Где тут скалы какие-нибудь? Да, все, вот смотрите, эта машина опять стояла на ручнике. Пересесть, пересаживаемся.
Да, действительно, смотрите, теперь все тачки стоят на ручнике. Они это называют исправлением. То, что они поставили все машины на ручник. Это замечательно просто. Просто супер. Топливо не тратится. Отображение игроков. Ну, я не могу посмотреть на отображение игроков. То есть, я завтра сделаю, приглашу Семена. И, Семен, если ты посмотришь сегодня этот ролик, там, приготовься, напиши мне в личку, когда у тебя время будет. Мы завтра обязательно протестим то, что здесь есть, еще написано. А по большому счету мы проверили все. То есть, они написали, что улучшена вода и деревья. Я не вижу никаких отличий. То есть, деревья как были, так они и были, собственно. Возможно, они создали какие-то новые деревья, и они где-то в лесу глубоко, очень глубоко стоят, что их очень трудно найти. Перемотку времени не могу. Улучшение звука двигателя. Ну, я не чувствую, вообще не слышу. Это все то же самое. Все абсолютно то же самое. Топливо не тратится. Не могу, здесь не могу проверить. Там проверял. Топливо действительно не тратилось. Правильное отображение игроков, которые исправлен стояночный тормоз. Ну вот, я вам, собственно, и показал. То есть все машины теперь стоят на ручнике. Улучшена оптимизация производительности. Я больших лагов не видел. То есть нужно с каким-то модом сыграть и посмотреть уже. Добавлены карты декали. Возможно, для совсем маломощных компьютеров это да. Это хорошо, что они это сделали. Если они вообще это сделали. То есть написать, в принципе, мы уже убедились, что можно многое. Но немногое можно добавить и сделать. Добавлены карты декали. Я больших скал камней я тут не видел. Мы обязательно их поищем с Семеном. Посмотрим на эти скалы, камни. И все это увидим. А с вами был Карабаш 74 со своим кратким обзором на обновление игры от 1 декабря игры Spintyros, со своим, так сказать, сугубо личным мнением по поводу этого обновления. Это опять шлак очередной, то есть лучшего не стоит ожидать, ребят, я про это уже говорил. Говорить что-то еще по этому поводу я больше не собираюсь, потому что я уже устал про это говорить. То есть это откровенное. В общем, не будем об этом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте, оставляйте комментарии, подписывайтесь в паблик ВКонтакте, пишите комментарии, я обязательно тоже их читаю, смотрю, разбираю. То есть если есть какие-то вопросы, стараюсь всем помочь, насколько это возможно. Понимаете, ребят, я поднимаю все это один, и я не могу 200 человекам сразу отвечать на вопросы. То есть если я не ответил сегодня, значит, я отвечу на них завтра. Вот, в общем, как-то так. Я с вами прощаюсь, большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.